Здравствуйте! Меня зовут Янина Соколова, и я сразу хочу предупредить. Это я придумала забегать в море по пояс, резко останавливаться и что-то серьезно высматривать на берегу. Это я подсыпаю вам в сандалики песок. Это я, день ВДВ. Ну что, познакомились? Да-да, друзья, мы на отдыхе, но не забываем для вас готовить острые и душевные выпуски. И пока все дети на каникулах, дети в ДНР под облучением. Я напоминаю, что в ДНР продолжается год русского языка. Шариат, свистопляска, шейминг. Новое слово каждый день. Это было бы смешно, если бы от этого не страдали наши украинские дети, которые живут на временно оккупированной территории под игом этих адских филологов. Аффирмация. В психологии краткая фраза, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ или установку в подсознании человека, способствуя улучшению его психоэмоционального фона и стимулируя положительные перемены в жизни. А теперь, Соколова, расскажи своими словами, что такое аффирмация? Аффирмация – это когда по телевизору вместо мультиков постоянно повторяют: «В Украине бандеровцы», «В Украине бандеровцы», «В Украине каратели». И тогда можно стрелять по нашей школе, и все будут думать, что это бандеровцы. Что? Это кто тебе такое сказал, Соколова? Это вы мне сказали. Да, это мы стреляем по школам. И еще по больницам. Да ты ведьма! Конспирология. Совокупность ненаучных гипотез, пытающихся объяснить события или процесс как результат заговора, то есть действий небольшой тайной группы людей, направленных на сознательное управление теми или иными историческими процессами. Записывайте, дети. То, что вы мало кушаете и по ночам копаете траншеи, виноваты пиндосы и жидобандеровцы. Простите, мне негде писать, у меня закончилась березовая кора. Соколова, ну пиши на визитке Яроша. А правда, что метро разворовали рептилоиды? Да, молодец. Это именно эти змеи поганые с Марса. Скорее бы к нам пришли мангусты из 72-й механизированной бригады. Кабала. В древнерусском праве акт, договор, расписка, устанавливающие зависимость одного лица от другого. В Московской Руси пожизненное рабство, основанное на особом договоре. Крайне тяжелая зависимость, граничащая с рабством. Переносное – духовное рабство, полная рабская зависимость. Поняла, Соколова, что такое кабала? Да. И мой Мишка сейчас у меня в кабале, потому что он сам проголосовал за это на референдуме. Поэтому я его буду любить и защищать. Зачем ты оторвала ему голову? Чтобы вам, дяденька, наглядно показать, какие вы долбоебы. И напоследок наша постоянная рубрика «Дискуссионный вопрос». Хватит ли Пушилину словарного запаса, чтобы написать чистосердечное признание? Ответы калякайте в комментариях. И если вы хотите, чтобы следующим словом на первом республиканском была «Слава Украине», подписывайтесь на мой канал. Как бы сладко вам не отдыхалось, не забывайте помогать нам донейтами. Сейчас я сделаю 30-секундную паузу, чтобы вы могли это душевно сделать. Получилось? Помогать не надо? Молодцы. С вами была Янина Соколова. Смотрите новости вдумчиво и до встречи на следующей неделе.